Так, Марк Савчук, голова Ради громадського контролю НАБУ, з нами на зв'язку. Пане Марко, доброго вам дня. Здравствуйте. Тож, з приводу ініціативи законопроекту, пов'язаному з врегулюванням питання боргів, от, спілкуючись з Андрієм Герасом, ми зрозуміли, що це буде стосуватися, але він просто ще недооформлений до кінця, щоб обговорювати достеменно. Стосуватися буде не лише підприємств, які обслуговують, надають послуги, а ще й буде стосуватися громадян, тобто кінцевого споживача. Чи бачите ви, яким чином це може бути врегульовано, аби це не вдарило по кінцевому споживачу? Мне бы очень-очень хотелось подискутировать с Андреем Герусом напрямую. Ну, я понимаю, что это сейчас невозможно, но я бы очень хотел. Потому что когда они говорят о том, что они будут списывать долги людям, я не совсем этого понимаю. Огромное количество долгов, которые есть у облгазов и газбытов, они просто нарисованы. Их не существует. А списывать эти долги будут. То есть Фирташ создал долги из воздуха, просто говорит государству, мне должны люди деньги. На самом деле это не так. А этот закон хочет использовать эти виртуальные долги для того, чтобы списать нам задолженность, которой нет перед Фирташем, перед сбытами, перед облгазами, которые есть типа у людей, а ему списать реальные долги, которые у него есть перед Нафтогазом. Таким образом, Фирташ заработает десятки миллиардов гривен. Слушайте, я перепрошу, а як, я не розумію, а що це якось не врегульовано документально? Тут нема, я розумію, що ми країна в смартфоні, але у нас на папері записано, хто за що не розрахувався? Чи це так просто в повітрі висить? Як? Смотрите, объясняю. Здесь есть два момента. Первое – это сама коррумпированность и неэффективность самой государственной системы. Она сделана очень коряво, кривыми руками. И в последнюю очередь, чтобы было проще красть деньги из нее. Все сделано максимально непрозрачно, максимально непонятно, максимально запутанно для того, чтобы дать возможность компаниям максимально манипулировать этим, когда они будут иметь какие-то договоренности с государством по поводу списания этих самых долгов. То есть все это, как вы правильно сказали, оно непрозрачно, поэтому не совсем понятно, а конкретно где долги настоящие или по вине самого государства, потому что такие действительно есть. Допустим, у ТКЕ есть разница в тарифах, так называемая. Они покупают газ у Нафтогаза, покупали раньше по одной цене, а продавали его дешевле, просто потому что были такие нормы, такие правила. И, соответственно, логично, что у них формировался какой-то долг. Но этот долг формировался не по их вине, а по вине того, как государство сделало правила, как они будут работать. И вот в этом конкретном случае, это, ну, я бы не сказал, что это коррупция, это просто то, как по-идиотски мы регулируем как государство эту отрасль. Но есть долги, которые просто вот нарисованы из воздуха. Допустим, Дмитрий Фиртош использует так называемые температурные коэффициенты. Фишка в том, что температурные коэффициенты уже учтены в ВТВ, когда люди платят за транспортировку газа. А Фирташ использует этот дополнительный температурный коэффициент, это увеличение платежки до 10% в газбутах. То есть он фактически ее задваивает. Вы когда покупаете газ, платите облгазу температурные коэффициенты, и то же самое делаете еще, когда покупаете газ у газбута. То есть он два раза берет эти температурные коэффициенты. И вот сейчас в Верховном суде есть куча исков, которые Верховный суд почему-то уже целый год рассматривает, и не может никак вынести решение. Почему? Потому что Верховный суд просто тупо ждет, пока этот закон проголосуют. И уже не нужно будет выносить никакого решения. Только эти виртуальные долги, которые нам всем пририсовывают Фирташ, что мы типа ему не платим, с него спишут реальные долги, которые у него реально есть перед Нафтогазом. Он же покупает газ у Нафтогаза, а потом продает его людям. Вот так. Пане Марко... Таким образом он заработает кучу денег. А для нас, споживачів, тих, хто сплачував вчасно і не було в нього боргів, це означає, з кишені треба буде додатково заплатити якусь суму, яку виставлять носії? Не совсем. Якщо ми говоримо о нас як гражданах, як государства, де ми здесь теряємо, то це відбувається в компанії «Нафтогаз», оскільки вони до цього всі, весь газ, до відкриття ринку газу, покупали в основному «Нафтогаза» газ, и за него просто не рассчитывались. Ну, то есть они платили, допустим, брали на 100 гривен газа, а платили за него там 70. И оставалась вот эта дельта 30. И она постоянно с каждым годом все росла, росла, росла. И сейчас долги газбытов и
ТКЕ и облгазов перед Нафтогазом превышают 100 миллиардов гривен. Ну, то есть огромное количество денег. И все эти деньги — это деньги государственной компании, которая бы из них заплатила дивиденды в бюджет. То есть у нас бы не было такого огромного дефицита, если бы вот это вот не коррупция и махинации Фирташа, которые он делает. И, соответственно, когда мы эти долги ему простим, эти долги станут, ну, узаконены, так сказать. Их больше уже не будет. Не, ну, мы не будем иметь никаких возможностей из Фирташа деньги эти стянуть. А он, соответственно, поскольку он просто, получается, своровал газ, за него не заплатил, будет миллиардером. Так, ну, ще одна тоді аспект цієї проблеми пов'язана з цінами на блакитне паливо найближчим часом. Сьогодні ми обговорювали ситуацію на європейських ринках, що сьогодні, на сьогоднішній день, вона вища, ніж 3 роки і 3 місяці тому. Тобто за 3 роки і 3 місяці тому найвища ціна. І тут цікава інформація, що це пов'язується з можливістю найближчим початку роботи Північного потоку-2. А Росія вже озвучує ціну в 2 рази нижче, ніж на європейських ринках, за яку вона буде продавати своє паливо. Тож ми ж купуємо начебто з європейських ринків, тобто в нас апріорі вона буде європейською. То це говорить про те, що зараз будуть ще більше маніпуляції політичні, економічні, що ми будемо розраховуватися за наш блакитне паливо, яке ми купуємо в Європі, шаленими коштами. От шаленими коштами. Я вже не кажу про ті борги, які от ми зараз обговорювали. Смотрите, цена газа и долги наших коммунальных предприятий – это абсолютно разные вещи. Это абсолютно разные темы, которые вообще не имеют с собой ничего общего. Цена газа на рынке такая, какая она есть, она рыночная, перепрошу, цена. Я перепрошу, я не про це зараз кажу. Я про то кажу, що ви показали приклад наявний, яким чином один із олігархів буде заробляти на оцій махінації, як ви кажете, з борговим цим законопроектом. А я запитую вас, чи будуть такі ж махінації, пояснення суспільству, чому ми маємо платити шалені кошти за тарифи найближчим часом, коли ця ситуація на ринку не поліпшиться, а ще більше загостриться, і ціни будуть, ну, значно вищими, ніж вони зараз є на європейському ринку. Цены будут, ну, то есть нас все время пугают несколькими вещами. То, что, значит, доллар будет расти, то, что инфляция бешеная, и то, что у нас цены на газ все время растут. Вот, типа, сколько я живу в Киеве, все, каждый год они все время растут. Все время. Вот. А на самом деле, да, цена сейчас просто выше, чем в прошлом году, потому что в прошлом году была аномально низкая цена. Но все как-то забыли об этом сказать, что из-за пандемии, из-за того, что была нефтяная война России и Саудовской Аравии, цена на нефть и цена на газ упали в 2-3 раза. И все как-то типа подумали, что ну так будет всегда. Вот. Но нет, теперь цена вернулась на тот уровень, который она была там 3-4 года назад. И она, ну, то есть мы уже платили такую цену за газ до этого, в 2015 году или каком-то, или 14-м, и ничего тогда не было. Ну, то есть все было нормально. Это не совсем нормально так ставить вопрос, цена газа будет дорогая или дешевая. У нас в государстве есть люди, которые не могут себе позволить платить за отопление, не могут себе позволить платить за газ, который они используют. И государство должно выдавать им субсидии адресные. Не так, как они делали раньше, там, типа, Фирташ говорил, сколько люди использовали газа, дайте мне компенсацию. Нет, людям, конкретно каждому человеку, необходимо выдавать субсидии, как это делается во всем мире. Это называется монетизированные адресные субсидии. И если люди у нас в Украине, кто-то не может себе позволить заплатить за отопление, за горячую воду, за газ, за электричество, ему просто будут выдавать субсидии. Любые вот эти вот махинации с ценой, что якобы там типа Россия даст нам дешевый газ, давайте посмотрим в Россию и все такое. Это, ну, то есть мы уже это проходили. 2014 год все помнят. Ну, то есть почему это все произошло? Ну, не в последнюю очередь из-за газа тоже, потому что Россия все время использовала газ как оружие гибридной войны против Украины. Ничего не происходит, нужно рушить рынок. Мы эту цену за газ, которую мы платим сейчас, уже до этого платили, ничего страшного не было. Если есть люди, которые не могут себе позволить заплатить, им государство должно выделять адресные субсидии. Все, точка.
Марк, а цікаво, от перед тим, як вас долучити до нашої розмови, інформацію озвучували в етері з приводу того, що Євроспіленергоспівтовариство вже дало свою відповідь, що Україна поки не готова входити в ринок, в європейський ринок блакитного палива, оскільки нашій Укренерго знаходиться в збитковому стані. Це, скажімо так, уже відповідь того, що ми вас не приєднуємо, бо потрібно буде робити певні знижки, ну, якщо я правильно розумію, певні знижки на газ, бо ми будемо їхнім партнером. Чи там якісь інакші пояснення, і чому Україна так уже раптово виявилася непотрібною в цьому енергетичному співтоваристві Європи? Смотрите, я немножко не совсем понимаю. Вы говорите сейчас про энергетику или про газ? Просто про газ мы уже торгуем с Европой, дай Боже, сколько. И я не совсем понимаю, что, что значит, что мы с ними не йдеться, власне, про Укренерго, так? Перевірили результати моніторингу. Так, енергетики. То, власне, я перепрошую, так, власне, от акцент на енергетиці. То, власне, ми не зручні тим, що нам потрібно буде якісь знижки робити на енергетику. Нет, смотрите, ну, то есть эта тема, конечно, не газа не касается, вы же понимаете, так, что энергетика и газ — это кардинально разные вещи. Однако здесь я тоже могу ответить, просто я занимался этим вопросом и помню. Смотрите, здесь тоже все просто. Энергетика — это немножко более сложная тема, чем газ. В каком плане? Чисто в техническом. Газ можно закачать куда-то, его можно закачать в хранилище, подождать, использовать потом, когда вам нужно и так далее. Энергетика — это невероятно чувствительная система. Вы не можете подождать с использованием энергии. Если в сети есть напряжение, если, допустим, там потребители требуют, сейчас говорим очень условно, 100 мегаватт, то вся сеть должна давать 100 мегаватт прямо сейчас. Нельзя, чтобы была какая-то разница, чтобы сеть там дает 80, а люди потребляют 110. Ни в коем случае, иначе все упадет, все рухнет. Поэтому, когда нам говорят, что мы еще не готовы вас присоединять, это в первую очередь говорит, что мы еще не сделали все реформы, которые необходимо сделать для того, чтобы наша система отвечала таким же правилам безопасности, там, юридические аспекты работы, технические аспекты работы, которые есть в стандартах в Евросоюзе. Они еще просто, мы еще просто-напросто не готовы. Вина на ком лежит? Ну, да, естественно, у нас есть правительство, которое должно это все делать. Мы должны подсоединяться к европейской сети. Это бы сильно улучшило нашу энергонезависимость, потому что ну, на данный момент мы имеем связь между Белоруссией и Россией. И Россия, если вы помните, в феврале месяце у нас была критичная ситуация. Украинские мощности выдавали недостаточное количество энергии, которая потребляла сеть, и поэтому мы импортировали как бешеные и все, что могли, из Беларуси и России. Хотя у нас президент все время бегал и кричал, что мы там типа закроем импорт и прочее, но это типа, опять же, это идиот. Он не понимает, о чем он говорит. Да, так вот, естественно, мы должны делать все для того, чтобы синхронизировать нашу сеть с европейской сетью. Они сейчас этого еще делать не хотят с нами, просто потому что они говорят: ребята, вы еще не готовы. Когда вы домашнее задание сделаете, тогда приходите, мы подключимся. Ну, що означає фактично той обіцяний річний тариф? Дехто вже от розраховував з українців, що варто вже і підписувати ці умови договору річного тарифу. То це фактично все просто виліт в повітря? Річний тариф, ви зараз говорите про тариф на газ или так, про що? Про тариф на просто газ. Просто є... Про тариф на газ, мы сейчас уже перешли обратно на тариф на газ. Хорошо, вы так быстро скачете с темы на тему. Значит так, что такое годовой тариф на газ? Когда у нас открылся рынок, значит, люди были недовольны в прошлом году, что цена на газ меняется каждый месяц. И логично, что власть приняла решение, что необходимо создать такой ценовой продукт, где человек может подписать цену, которая будет у него стабильна на следующие 12 месяцев. Ну, здесь нет какой-то особой зрады или незрады, здесь просто то, как клиенты ощущают, когда они видят цену на газ, и она меняется, допустим, несколько месяцев растет, и естественно, у них начинается недовольство, типа что-то власть плохо там делает, поэтому у нас цена на газ растет. И для того, чтобы этого не було, вони придумали новий фінансовий інструмент, щоб не забирати ваш час. Я перепрошую. Нині от цей річний тариф, те, що обіцяли у кабінеті міністрів, ми від нього відмовилися, правильно?
Это добровольно. Человек может его либо подписать на определенную сумму, либо платить каждый месяц новую цену. Ее публикует в конце каждого месяца любая компания, которая газ продает. У нас их около 40 или 50 штук. Тобто фактично, якщо от українці не знають, якою буде вартість, приміром, від 9 до 13 гривень, ну так, плюс-мінус прогнозують в наступний опалювальний сезон, то, власне, ми можемо підписати з якимсь постачальником умовно 10-11 гривень, і він упродовж року піднімати його точно не буде. Чи це справді так? Чи там будуть знову якісь маніпуляції і знову народ обдурять? Ну, он по закону обязан это сделать. У нас еще пока просто не было такого, ну, мы до этого с этим не сталкивались. Я уверен, может быть, наверняка будут какие-то компании, которые будут нарушать эти условия. Но я думаю, что, ну, если говорить откровенно, это просто финансовый инструмент. Компания смотрит и оценивает, сколько она думает, газ будет стоить следующие 12 месяцев. И ставит вот эту цену, с которой она считает, что она будет зарабатывать прибыль. Поэтому, ну, то есть такие инструменты используются везде, не только у нас. Это не какой-то уникальный случай. И, как я уже сказал, здесь компании, у которых вы можете купить газ, их очень много. И, соответственно, просто выбирайте ту, которая, как вам кажется, надежная, делайте ресерч по ней, изучайте ее. И, ну, то есть когда вы найдете, смотрите цены, которые они предлагают, и, ну, и в конце концов потом просто подписывайте. Дякую, если вам кажется, что цена будет расти, подписывайте годовой. Если вам комфортно, что цена будет меняться каждый месяц, оставайтесь на месячном. Ну, то есть здесь человек выбирает сам. Это вот именно финансовый инструмент, который он или хочет выбирать, или не хочет. Дякую за поради. Так, Марк Савчук, голова Ради громадського контролю НАБУ. Ми ж рухаємось далі.